Среди них нет профессиональных моделей, но все как одна – красивые и обаятельные. Настоящие, искренние, готовые покорять своей уникальностью переполненный зрительный зал. Конкурс, который так и называется «Ты уникальная», раскрывает модельные и артистические таланты девушек самых разных возрастов и профессий. Мы готовились практически 3 месяца команда и месяц участницы. А сегодня премьера «Ты уникальная» впервые тематическая проходит. Какая тематика, смогут увидеть гости прямо на финале. Девочки готовились, у них были творческие задания на костюмы, на танцы, на выступления. Поэтому мы ожидаем прям вау. На самом деле конкурс «Ты уникальная», мне кажется, уникальный в своем роде, вот, потому что он очень искренний, очень добрый, полезный для девушек, вот, поэтому я решила участвовать. Честно, решение очень спонтанное, поступило предложение от организаторов пройти кастинг, и я решила попробовать, могу ли я выйти из зоны комфорта, победить саму себя. Ну и просто поучаствовать в таком красивом мероприятии. Когда на тебя смотрят люди, ты чувствуешь все равно какое-то волнение. Когда это делается довольно часто, все равно попадает. Мастер-классы различные были, танцевальные, хореографические, были подиум, ну, то есть походка, вот, мейкап, там, прически, брови. Вот, ну, в общем, много-много-много всяких полезностей для девчонок. Это настолько положительные эмоции, что просто словами не передать. Я научилась быть уверенной в себе и просто получать от жизни удовольствие и наслаждаться каждым моментом. Они невероятные. Я каждую полюбила, с кем-то, я думаю, и, наверное, даже уверена, что мы будем дружить дальше. Они все разные. Они абсолютно с разных сфер деятельности. Разного возраста, разного там, социального статуса. Кто-то директор, кто-то студент. И это очень здорово. У них происходит такая большая коллаборация, знакомство, общение, дружба и развитие. Среди гостей в основном родные и близкие, мощная поддержка которых вдохновляет на уверенность. У меня в этом конкурсе участвует подруга Мария Киселева, номер 7. И, конечно же, мы все пришли ее поддержать со всей семьей, с всеми друзьями. Будем болеть, кричать. О данном конкурсе я узнала еще 3 года назад и сама являлась участницей данного события. Вот. А в этом году пришла поболеть за подругу. Своих коллег по конкурсу пришли поддержать и участницы прошлых сезонов. Последних легко можно было вычислить по лентам и коронам, которые девушки до сих пор с гордостью носят. День финала – это просто один из счастливых дней моей жизни, вот правда. У меня куча эмоций до сих пор, куча впечатлений. Я бы хотела даже повторить это заново. Я надеюсь, что, может быть, я в ближайшее время еще раз буду участвовать. Это самый красивый, самый настоящий и честный конкурс. Каждой девушке нужно быть просто самой собой, и тогда на тебя все обратят внимание. Не нужно строить из себя кого-то, не нужно пытаться кем-то казаться, нужно просто вести себя так, как ты себя ведешь в обычной жизни. Честно, это вообще очень большой опыт, и я хочу, чтобы каждая девушка ощутила, каково это быть уникальной, потому что ведь в этом есть суть, что каждая из нас особенная, и поэтому стоит поучаствовать. Организаторы этого конкурса организовывали другой конкурс «Уникальная невеста». И мне он показался более нежным, более интересным лично для меня. Интересно посмотреть со стороны, как вообще это все смотрится, как участницы. И интересных девчонок, конечно, увидеть и насладиться мероприятием. Тема конкурса – цирковое шоу. Этому был посвящен и первый выход участниц. Затем были купальники, танцевальные номера и, если можно так сказать, конкурс курьезных ситуаций от ведущих, который организаторы назвали «интеллектуальный конкурс». Елизавета Чулканова, студентка, педагог студии танцев «Секрет». По совокупности баллов, а в жюри было несколько десятков уважаемых людей, в лидерах оказываются Анна Гаврилова и Елизавета Байсакалова. Мисс зрительских симпатий достается Марии Киселевой, а почетную ленту самой уникальной получает Елена Рибая. Для меня это саморазвитие, движение вперед, путь к себе и самое главное – оставаться собой.
Я пришла получить новые эмоции, зарядиться энергией, получить новые знакомства интересные и просто кайфануть. Девочки все достойные. Все было весело, легко, но мы старались. Призеров проекта ждет финал в Санкт-Петербурге, где и возник конкурс «Ты уникальная».